Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет вскрытие замочка Кале. Извиняюсь. Вот, значит, шестипиновый замок. В прошлый раз мы вскрывали его в латунном цвете. Сегодня у нас есть вот такой замочек. И мы будем открывать его с помощью вот такой вот клюшки и натяжка. И попробуем обойти сам блокировку цилиндра. То есть открыть этот замок, сделать максимально так, чтобы пины не блокировали этот цилиндр. И его вскрытие было похоже на вскрытие обычного замка без точенных пинов. Тиски забыл, завтра заберу. Сегодня пообещал выложить это видео, поэтому выполняю обещанное. В этом методе нам не нужно вообще знать, где точенные пины. Осуществим он немножко сложнее, чем вскрытие через блокировку. Необходимо больше чувствовать каждый перепад пина. Как я уже говорил, этот метод может быть немного дольше, чем если вы, ну, знаете, какие пины являются точенными. Но по скорости этот метод может превышать тот метод, именно благодаря тому, что когда вы попадаете в состояние блока цилиндра, вам необходимо будет выяснять, какой пин из этих точенных, из находящихся точенных является стопорящим. И вы можете в период этого выяснения вскрыть еще один, два, может даже три раза этот цилиндр для того, чтобы понимать, какой из пинов является
стопорящим среди точенных. Потому как если вы неправильно выбрали точенный пин, то все, что вы строили до этого, вы все поломаете. И вам придется это все делать заново, заново открывать этот замок. Поэтому, если вы понимаете, как это делать, не попадая в состояние блокировки, то здесь вы можете ускорить работу и при наличии спиннера. Так, одну секундочку. Оп. При наличии спиннера провернуть второй раз цилиндр. Один раз открыть. Вот как в данный момент вы видите, я открыл цилиндр, и мы не попали в состояние блока цилиндра. Поэтому, если вы хотите научиться вскрывать замки с точенными пинами, я думаю, в ближайшее время у меня также на эту тему будет урок с подробным изучением, как быстро находить точенные пины, как эти точенные пины обходить, вот, как выходить из состояния блокировки цилиндра, как определять нагруженные пины, как быстро их искать в цилиндре. Вот, все эти нюансы будут в моем видео, то есть об этом видео я сообщу в дальнейших своих видео о выходе этого урока. Вот, значит, давайте еще раз, чтобы избежать, так сказать, фактор случайности, я еще раз попробую сделать то же самое, чтобы цилиндр не блокировали точенные пины. И как вы видите, мы повторно открыли шестипиновый коле уже в другом цвете, и блокировка цилиндра не сработала. То есть вот такая вот ситуация. Поэтому если вы хотите научиться вскрывать эти замки с точенными пинами, то вы должны понимать, что вскрыть их можно двумя способами. Это добившись блокировки цилиндра, тогда у вас будет больше понимания определять уже в дальнейшем, какой из пинов является стопорящим и так далее. Либо же есть еще одна такая вот методика, которую я только что использовал, когда
цилиндр не блокируется. То есть вскрытие происходит совершенно по другому методу. Поэтому, если вам понравилось это видео и оно было полезно, ставьте лайк, подписываемся на канал. В дальнейшем мы будем рассматривать еще много подобных замков. Всего хорошего.